понедельник набережные Челны останутся без горячей воды. 5 сентября в 8 утра стартует заключительный этап гидравлических испытаний сетей. Все работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Осеннее отключение позволит специалистам теплосетевой компании проверить качество проведенных ремонтных работ за летний период и при необходимости устранить недочеты до запуска тепла. Неудобства челнинцам придется потерпеть на протяжении 3 дней. Планируется, что уже 8 сентября горячее водоснабжение возобновится в полном объеме.